Доброе время суток, с вами снова Лер, и сегодня мы продолжим издеваться над аудиоредактором и трошки повозвращаемся со спектром, в частности с его ВЧ-составляющей. Данный способ не несет никакой практической пользы и не восстановит оригинальное звучание аудиозаписи. Но, блин, я же должен был это попробовать. Допустим, у нас наличие файл с урезанными высокими частотами. Был сохранен с дискретизацией 22 кГц, например. И, естественно, высоких частот там в принципе быть не может, и никакими эквалайзерами это не исправить. Для примера, я лично нагло срезал все, что выше 10 кГц со случайной дорожкой. Вот как-то так она будет звучать. Мой способ заключается в том, чтобы взять имеющийся спектр и отразить его относительно линии среза, чем мы, собственно, сейчас и займемся. Для начала промодулируем этот звук через 10 кГц. Как видим, спектр съехал на 10 кГц вверх и отразился по горизонтали. Теперь нам нужно отфильтровать все, что выше несущей, получив таким образом инверсию спектра. Далее нужно получившийся сигнал поднять снова на 10 кГц и срезать все, что ниже. Также слегка подправим область близкую к ультразвуку. Даже попробуем сделать это чуточку плавнее. Вот, думаю, так будет норм. Таким образом мы получили наши высокие частоты. Кстати, после всех этих извращений с двойной модуляцией, фильтрами, наш сигнал слегка потерял в амплитуде, что мы, конечно же, можем исправить. Теперь осталось только скопировать результат и наложить на исходную дорожку. Теперь слушаем, что получилось. Для наглядности я буду переключать исходный звук и результат нашего труда. В итоге отмечу, что это не прям супер качественный способ расширения диапазона в область высоких частот, так что аудиофилы идут лесом, а то сейчас мне тут фуру дизлайков отгрузят. Этот прием можно использовать, если вдруг кому-то приспичит отреставрировать, например, не очень качественную запись в целях саморазвития. На этом все, спасибо за внимание. Видео подготовлено специально для паблика SDR Media, ссылка в описании.